Всероссийская акция по очистке от мусора берегов рек и водоемов «Вода России» проводится в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Табловский пруд занимает более 4 гектаров. Купание в нем запрещено. Но, несмотря на это, порядок на берегах водоема наводить нужно. Акция очень замечательная и хорошая. И я очень рада, что в нашем городском округе такие акции проводятся регулярно. Эта акция обязательно нужна, в первую очередь, для нас самих. Надеемся собрать и саккумулировать большое количество мусора, насколько это возможно. Хотим привлечь внимание, наверное, администрации Ленинского городского округа, Московской области, к тому, что этот объект необходимо как-то реконструировать, облагородить, сделать массовое благоустройство. Целью экологической акции была не только очистка берега реки от мусора, но и воспитание экологической культуры, привлечение внимания жителей округа к вопросам экологии и бережного отношения к природе. Бережем нашу экологию, делаем свой вклад и, соответственно, привлекаем молодое и наше население к тому, чтобы они все это держали в своих руках, потому что у нас часто поступают жалобы жителей, почему у нас грязно. Но, к сожалению, сами же жители, сами же люди засоряют эту природу. Присоединились ко взрослым и волонтеры молодой гвардии. Вместе расчистили береговую зону пруда от травы, пластиковых и стеклянных бутылок, пакетов и другого мусора. На каждый субботник важного для нас, для важной территории нашего округа, будь это пруд или лесопарковая зона, мы будем присутствовать, потому что озеленение, благоустройство или же уборка территорий очень важно. Сохранять берега водоемов чистыми – это забота не только о здоровье местных жителей, но и о будущем всего округа и экологии страны. Убирали побережье и местные жители с детьми, представительницы Союза женщин России и работники предприятия «Гипсобетон». С каждым годом акция масштабируется. То есть изначально это были кучка экологов-активистов, а сейчас это уже серьезная такая организация под 50 человек с возможностью роста. Это не может не радовать. За небольшой промежуток времени участники проделали большую и нужную работу. Но каждому нужно помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.